Эта 30-летняя жительница Волжского района Саратова попадала не только в поле зрения магазинных камер видеонаблюдения, но и в камеру арестантскую тоже. Дело в том, что дама шопинг любит, а вот деньги тратить нет. В марте она дважды была уличена в краже, оба раза похищенные креветки. Теперь новая позиция в списке криминальных трофеев – элитный алкоголь стоимостью 18 тысяч рублей. За что были задержаны? За кражу в Волжском районе, в Хеннесе, бутылку Хеннесе украл. А почему у ваши вкусы так поменялись? Не вкуснее забивать креветки. Сказать бы «красиво жить не запретишь», но нет, погрешишь против истины. Запрещает воровать и карает за это уголовный закон. Да и не гурман это антигероиня. У нее другая зависимость от запрещенных веществ, на которые она и тратила деньги, продавая похищенное. В марте этого года эта гражданка уже понесла административное наказание за мелкое хищение путем кражи. А затем, вновь совершив подобное деяние, была привлечена уже к уголовной ответственности. Теперь она фигурирует в качестве подозреваемой по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ольга Орлова, Ирина Архипова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.